В областном парламенте состоялось второе заседание молодежного парламента, в котором приняли участие депутаты губернской думы. Спикер Геннадий Котельников поприветствовал ребят и подчеркнул значимость голоса молодежи, важность их активного участия в общественно-политической жизни. Проблем и задач очень много, их надо решать, но для этого надо думать и работать с молодежью. Если мы с ними работать не будем, можем получить плохой эффект. Молодые парламентарии ведут активную общественную работу, реализуют социальные проекты и разрабатывают законотворческие инициативы. Две из них подробно обсудили на заседании. Они касаются запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним и закрепления стандартов экологического образования. Очень важно, чтобы молодые парламентарии осознавали то, что они могут изменять закон, улучшать жизнь молодых людей Самарской области, и чтобы этим правом они пользовались. Также в ходе заседания обсудили реализацию международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», подготовку и проведение проекта «Знамя нашей победы». Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.